Сотрудники Эрмитажа сегодня проведут в мастерских экскурсию для журналистов. Обычно посторонних туда не пускают. Сотрудники музея расскажут о проекте реставрации уникального экспоната больших часов Штрассера. Их еще называют механическим оркестром. Это главная работа петербургского мастера конца 18 века Иоганна Штрассера. Его творение может играть даже самые сложные произведения Моцарта. Любопытно, что за необычным механизмом закреплен специальный сотрудник Эрмитажа. Его так и называют – хранитель часов Штрассера.